Матч состоится при любой погоде. Поле стадиона «Локомотив», где сейчас тренируются и соревнуются юные футболисты из спортшколы Олимпийского резерва «Текстильщик», оборудуют системой подогрева. Оборудование в рамках национального проекта «Демография» по программе «Спорт. Норма жизни» уже закуплено. Старому полю 12 лет, срок гарантии 8, но покрытие неплохо сохранилось. На нем проводят соревнования, в том числе всероссийского уровня, и подготовку к ним. Сейчас тренироваться мальчишки могут только в летние месяцы. Теплое поле позволит существенно увеличить это время. Это даст возможность продлить сезон детских соревнований и учебно-тренировочной работы школы практически на 3 месяца. И можно уже будет заниматься на этом поле практически с марта до по декабрь включительно. Это очень и очень важно. Ну, я думаю, при необходимости здесь будет тренироваться и основная команда области, футбольный клуб «Текстильщик», тем более, что на протяжении долгих лет команда «Текстильщик» базировалась здесь, на стадионе «Локомотив».